В самом большом дворце Флоренции восстанавливают купальню. Считается, что именно там в 18 веке появилась ванна с бьющими струями горячей воды. Прототип того, что сегодня известно как джакузи. Просто кран с горячей водой тогда уже был свидетельством невероятного прогресса и богатства. Это действительно можно назвать джакузи неоклассического периода. Сжатого воздуха тогда, конечно, не было. Но с точки зрения роскоши, это по тем временам было нечто невероятное. А скульптурным и художественным оформлением занимались лучшие мастера того времени. Сама ванна сделана из карарского мрамора. Рукоятки в стенах позволяли, не вставая из воды, открывать занавески на окнах. Купальню связывают с именами двух женщин. Герцогини Тосканской Луизы Марии и сестры Наполеона Бонапарта Элизы, которая некоторое время была во Флоренции наместницей императора.